Ни на что. Должи, это ты? Да. Найс, поиграли в чемпионате, братан. Что? Чемпионат? Говорю. Найс, поиграли, говорю. Понял. Вы со мной или как? Как это со мной? Вы со мной хотите поиграть? Я говорю, Найс, поиграли. Все эти места заняли. Ты что, слово играешь, что ли? Не, с командой своей. А где остальные, что-то не видно? Они в Сан-Мартин упали. Что, вам нравится так лежать, смотреть на меня? Нет, добей меня. Рофлишь, да? Спасибо. Что в обычке то играешь? Я учусь играть. Ты же повезло, ты чё? Жаль, хоббита нет у нас. Как говоришь? Жаль, нашего казаха кикнули, говорю, хоббита. А, да. Зазвездился, да, пацан? Кажись. Не знаю, может быть. Причина можно узнать? Причину кика? Блин, да. Давай потом там где-нибудь тебе скажу. Не тут, просто тут все пикадо услышит. Все, ладно. Даже тут доебались. Это я просто... Иногда кажется, когда я играю в PUBG, я реально стримлю еще и в PUBG. Вот, лайв-трансляция идет и в саму игру. Потому что я могу убить чела, и он начнет спрашивать меня просто банальные вопросы, которые задают на стриме. Осталось, вот, реально, я жду момента, когда я, типа, убью, нокну, и он в чат у меня спросит, а Довс, а что лучше, красная или вертикалка? Я вот тогда просто добью сразу одним спреем. Спасибо за рейд. Арбит. Ой, блядь. Убери на.
Не, вот просто реально прикиньте, вопросы, которые мне задают на стриме, начали задавать уже в игре просто чуваки, которых ты в обычке убиваешь в чате. Не знаю, мне кажется, это уже все. Уровень. Как типы филигранно пикают, это самое забавное, наверное, что можно смотреть, как они вот куя-куя делают. Молик не докинул. Бля, там должна быть еще уведичка, наверное, у кого-то, я что-то не посмотрел. Как надо делать? Ну, вставать банально, как он. Потому что он встал, считай, всем телом. Как тебе объяснить? Ты видел, у него вся тушка торчала, и он куешится, считай, просто в опане. Он, если так должен делать, стоять в укрытии, наверное. За укрытием. А он просто это делает, потому что... Вообще похуй, может это нуб? Ну он не дает практически на фул хп! Я в него припом стреляю, он меня почти убивает. Это, блядь, невозможно. Чаще всего попадаются такие, знаете, мясные, короче. Ты не можешь ожидать... Как сказать? Короче, разный уровень игроков может быть. А в ранке и на турике ты как бы знаешь то, что все одинаково играют. И на фокусе. Что за байт смог? А, он меня стоит смотрит, да? Крыса. Попал веточку. Или что это? Или не попал, не знаю. Но, скорее всего, дерево это схавало. У меня вопрос. У этого человека есть тиммейты? Походу нет, они все дерутся. Эй, Адаус. Чё? Как дела? Плохо. Ну чё в синьке бежит? Я хочу лечь и зажать, но у меня коряк поруинит все планы. Где тут норм будет. Пытался найти его. Он в заправку забегал вроде. Фигура над зоной сдох. Блять, или мне показалось?
Да. В общем, мне надо подсетапить немного на горку, наверное. Блядь, где-то чел на... А, он ниже. А, блядь, это зона еще. Йоу, ну я умер. Байк оставили. Блядь, я не могу стрелять нормально. А, они меня смотрят! Пацаны, вы чё? Блядь. Я думал, они меня не смотрят, а хиляются все, сука. Хотел зажать сейчас.